Абсолютно невероятно. Я в Амстердаме. Потрясающе. Итак, я взяла в аренду велосипед. Вот такой. И сейчас поеду на нем исследовать Амстердам. Ку-ку. Итак, в 500 метрах от вокзала находится точка аренды велосипедов. Вот она. Где можно взять велосипед за 7 долларов, за 7 евро на целый день. Свой я уже взяла. Я за рулем. И сейчас поеду. Движение организовано по специальным велодорожкам. Вот. Что очень удобно. Что ж, поеду, посмотрю, что здесь. Велосипед, конечно, смешной. Потом засниму его еще полностью. И вот типичная картинка Амстердама. Канал. Прямо в центре города. Масса велосипедов. Что не может не радовать. Ярмарка. Все возможных товаров. Прямо в центре. Так как в Амстердаме я уже минут 40. Везде пахнет тем, что у нас курить нельзя. Пахнет повсюду. Ну и вот, собственно, мой смешной байк. Едем дальше. По всему городу располагаются каналы, что в первую очередь напоминает Венецию. Однако архитектура и то, что мы видим вокруг, конечно, отличается. Я забыла взять с собой GoPro-шку. Она осталась в отеле на столе. Так что снимаю на телефон. Ну, может, это и лучше. Меньше буду отвлекаться на съемки. Хотя, если честно, пока что не могу проехать мимо какой-то красивой местности, не засняв ее. Ну что ж, это всего лишь первый час, поэтому может быть. Сейчас я привыкну и перестану снимать. Пока что очень все нравится и впечатляет, поэтому
На каждом шагу что-то красивое, и приходится останавливаться и снимать все это, Увидимся. На великах ездят все, и велики везде. Табачный магазин. Продается много всяких видов сигар, сигарин. И вроде как даже не очень дорого. 1 евро за сигару или за пачку. Непонятно. И есть даже эти наполнители для электронных сигарет со значком каннабиса. С ума сойти. Если это то, что я думаю, то они его употребляют просто постоянно и любым способом. В канале плавают уточки. Или вторая уточка. И мусор. Всевозможные сорта тюльпанов. Черные даже есть. Их огромное количество просто. Вот продают луковицы. Для цветоводов это просто какое-то разделье. Если бы у меня был уже частный дом, я бы себе тут прикупила луковицы. Кстати, здесь продают не только тюльпаны, но и деревья, лимон, например, мандарин, который можно вырастить самому, даже деревья бонсай, разные красивые деревца, которые можно вырастить самостоятельно. Ну, а также здесь продаются некие наборы. Наборы для того, чтобы вырастить еще кое-что, опять же. Ну и даже конфетки с тем же самым вкусом. Что-то таки надо будет приобрести. Что же это будет, интересно? Ну, а вот, собственно, всевозможные сорта семян вышеупомянутого растения. И тут мы видим разные сорта, разные цены. Написано, какое содержание каких веществ. Ну, собственно, вещество одно, его процент. И способ воздействия. Тут мы видим, в основном тут курят индику. Она считается медицинская, а сатива вообще не считается медицинской, оказывается. Вот такие дела. Вот так вот. Амстердам, детка. Ну как так-то, а? Не знаю. Рядом можно набить татушку на память. Или сделать пирсинг. И снова мой велосипед. Помощник и транспорт. Рынок с цветочными семенами и луковицами просто огромен. Сувениров немерено. Все очень красивые, нужно приезжать с запасом этого бюджета на сувениры. Каналов очень много, и они даже пересекаются. Перекресток из каналов. Здесь центр пересечен множеством каналов.
Велосипеды припаркованы кругом. Трафик достаточно плотный. В основном из велосипедистов и людей на скутерах. Не всегда легко понять, по каким правилам все ездят. По ощущению, что просто все пропускают друг друга и как-то успевают маневрировать. Я иногда извиняюсь, когда проезжаю перед кем-то. Но, возможно, я пойму, как они тут движутся. Этот канал широкий. Можно устраивать конкурс, кто больше заснимет каналов в Амстердаме. Что я не знаю, сколько их здесь. Вот еще один пример перекрестка водных дорог. Один канал. И можно по нему повернуть в другую сторону. Можно поехать дальше. Прямо. Здесь ремонтируют дорогу. Ну а машин встречается мало, в основном целая куча велосипедов, как металлолом. Аж не верится, что их здесь столько. Амстердам. Он, конечно, шокирует местами своим многообразием дозволенности, не привыкшие мы к такому. Но это интересно. Тут можно было бы даже пожить какое-то время, чтобы побольше узнать об этом образе жизни. Свободно. Ну, у меня еще сегодня и завтра есть на это. Я думаю, я сюда еще вернусь. В общем, я долго ехала из центра в сторону Гарлема, там, где буду ночевать. Направлении вот этого вот водоема. И я наконец добралась. И это озеро такое большое здесь. Пробую объехать вокруг чуть-чуть. Возле там, где эти деревья. Ну и поеду обратно в центр. Что тут на окраинах Амстердам все больше похож на обыкновенный город европейский. Причем большой, столица. Поэтому здания достаточно типичные, без особых таких колоритных каких-то примечательных особенностей. Ну здесь прям городской пляж. Как в Киеве у нас. Интересно, купаются ли здесь люди летом. Но судя по буйкам ограничительным, то может и купаются. Вот так вот. А вот и то самое известное заведение амстердамское. Не именно оно, но то, которое кофешоп. Вот написано. Надо идти, и поэтому не видно. Меню. В зависимости от того, кто хочет получить настроение. И еще один кофешоп, где внутри можно повысить свое настроение. Something like that.
Еще раз, чтобы представить, сколько здесь великов. Вот это все стоянка. Вот это все велики. Их больше, чем людей на этой площади. Вот это все велики. Да, впечатляет. Чтобы добраться к своему отелю, я снова иду на вокзал. И вот вечерний вид. Очень красивый канал. Итак, первый раз в жизни, насмотревшись «Орла и решки», я буду жить в хостеле, в общей комнате. И первое впечатление хорошо тем, что я захожу сюда, и здесь пока никого нет. Так что... Вот так это будет выглядеть. Ага, тут один есть. Но он сейчас не в комнате. Ну, как-то так. Вот это моя кровать. Хорошего мне здесь пребывания. Я бы даже не могла предположить, что вечер закончится посиделкой у костра. Это прекрасно. Тут ничего не видно. Тут такой садик. И костер. Marshmallows. Now that's a funny thing because they are able to speak genuine English and they don't. No, they don't. No. they don't want. They don't speak English. They speak Scottish. I know he speaks Scottish. This is John. They are lazy. In their fucking cursed tongue. Fucking hell, man! I'm just fucking. They are lazy to speak English, yeah. No, they don't speak English. They're Scottish. I know their own dialect. Yeah, you Jimmy, you get it. This is not German. She's Ukrainian. Ukrainian, yeah, man.
But yes. It's just, but from Germany. It's lovely to fuck around with the Scotchman. You live in Germany? I live in Germany now, yeah. Yeah, yeah, we don't. Why you? That's why they call it in German. Why you live in Germany? Why you live there? It's because of